Сильные, смелые, ловкие, умелые – это про нас. Школа боевых искусств Саньгуан принимает всех детей с 4 лет и старше. Все от спортивной гимнастики до боевых приемов. Занятия под руководством старшего тренера области по детям и юниорам, судьи национальной категории по ушу Таулу Вадима Сергеевича Трайзе. Индивидуальный подход к каждому ребенку. Наши воспитанники уже стали чемпионами России и Казахстана. Настало ваше время. Запись по телефону 54 48 60 и 8 775 976 63 94. Здравствуйте! Сегодня вашему вниманию будет представлен завершающий выпуск программы «УШУ. Искусство побеждать» в этом сезоне. Ученики школы боевых искусств Саньгуан с каждым годом становятся все опытнее и увереннее в себе. И сегодня вы в этом убедитесь. Золотые ребята, спортсмены школы Саньгуан, взяли золото на чемпионате Казахстана. И один из них вошел в сборную на чемпионат мира. Какие упражнения помогут самым юным ученикам довести до совершенства свое мастерство? Рубрика для тех, кто жаждет овладеть такими качествами, как бесстрашие и сила воли. Джет Ли – больше, чем герой боевиков. Это и многое другое прямо сейчас в программе «УШУ. Искусство побеждать». Здравствуйте! Начинаем разминку для самых маленьких телезрителей. Нихао! Нихао! Побежали! Хождение на мостике, руками вперед. Вентилятор. Вентилятор в другую сторону. Китайский столик крест-накрест. Колесо. На этом блок разминки окончен. Переходим к блоку растяжки, который проведет старший тренер области по детям и юниорам Трайзе Вадим Сергеевич. Сайтен. Сайтен. Добрый день, уважаемые телезрители. А сейчас растяжка для самых юных зрителей. Нихао! И как обычно, начинаем приседания. Ручки за голову. Приседаем. Следующее упражнение. Ножки разводим в стороны. И достаем животом до пола. Следующее упражнение. Садимся на шпагат на левую ножку.
и подсчет делаем разворот в одну, в другую сторону. А на этом блок растяжки закончен. Занимайтесь с нами, вы будете гибкие и здоровые. Сайтен! А сейчас традиционно раздел ушу Саня. Нихао! Рассмотрим данную связку. Противник атакует вас двоечку, делайте оттяжку и сразу же правый боковой. Затем проходите в ноги и делаете бросок. Рассмотрим данную связку. Противник атакует вас прямым ударом рукой. Сбиваете руку, входите в него и сразу, когда он бьет с разворота, ловим и подсекаем. Рассмотрим данную связку. Противник атакует вас двоечкой и лукик. Защищаемся и ловим лукик, бьем правой прямой и подсекаем. Смотрите нашу передачу и занимайтесь вместе с нами. Сайтен! Кто такой Джет Ли? Интересно, что в Голливуде Джету Ли предлагали сняться в кинотрилогии «Матрица», а также в фильме «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Но актер отказался. Как он сам неоднократно объяснял в разных интервью, сделал это потому, что обещал жене, если она будет ждать ребенка, оставаться с ней вплоть до его рождения и не работать. Предложение от Энга Ли сняться в «Крадущемся тигре, затаившемся драконе» поступило как раз тогда, когда супруга Ли забеременела. Так Джет Ли держал свое слово. Что касается «Матрицы», то Джет Ли счел, что его присутствие и мастерство там не потребуется, ибо в компьютеризированном блокбастере смогут сняться и обычные актеры. Нихао! А сегодня мы закончим вспоминать прыжки из прошлых программ. Первый прыжок – арабское сальто. Второй прыжок – сальто вперед.
Третий прыжок – рандар, сальто назад, либо планш. Уважаемые телезрители, все акробатические элементы, показанные в данной передаче, выполняем строго под наблюдением специалистов. Мы не прощаемся с вами, а говорим вам до свидания, до следующего сезона. Сайтен! Вашему вниманию очередная расшифровка форм Вушу Тао Лу. Первый противник нападает на вас, вы ставите блок, наносите удар рукой в область шеи. Второй противник нападает на вас и встречаете его ударом руки. Третий противник нападает на вас с атакой, вы встречаете его ударом локтя. Вы пытаетесь схватить второго противника, он ставит блок, вы наносите удар в грудь. Третий противник атакует, вы хватаете его за ногу, сбиваете его с ног ударом руки. Считаете ли вы, что можете защитить себя в случае нападения? Уверены ли вы в том, что за пределами собственной квартиры вам ничто не угрожает? Если у вас есть хоть капля сомнений, значит следующая рубрика «Самооборона» для вас. Когда ваш противник хочет вас остановить, при этом захват делает за плечо и тянет на себя, вы разворачиваетесь, наносите удар ладони по лицу, потом бьете в голень и добиваете коленом. Запомните золотое правило, применяйте эти приемы исключительно в целях самозащиты. Добрый день, с вами снова гимнастика для всей семьи. Первое – наклоны головы. Мельница. Третье, поднимаем колени. И последние прыжки. Желаем вам удачи, до встречи! И вновь наши спортсмены порадовали родителей и болельщиков отличными результатами. На этот раз в чемпионате Казахстана, а Камиль Галиакбаров завоевал путевку на чемпионат мира по ушу. Право на выступление в сборной Камиль завоевал по итогам чемпионата республики, который с 16 по 20 мая проходил в Алматы. В нем приняли участие свыше 400 спортсменов со всего Казахстана. В итоге в национальную сборную помимо Камиля Галиакбарова вошли еще 5 победителей. Что касается актюбинской команды, в которую вошли 20 спортсменов, то они тоже возвратились не с пустыми руками. В их копилке более 20 золотых медалей, поскольку ребята выступали в двух дисциплинах. Между тем, чемпионат мира по ушу состоится в декабре этого года в столице Малайзии Куала-Лумпури. Значит, наша команда вернулась с чемпионата Казахстана по ушу, который проходил в городе Алма-Ата. Я считаю, что сборная Актюбинской области выполнила свою программу, с достоинством отстояла честь Актюбинской области. Как обычно, мы заняли первое общекомандное место, заработав более 20 первых мест, порядка 10 мест вторых и где-то штук 6 третьих мест. Несколько человек были включены в национальную сборную Республики Казахстан.
Ушу в последние годы очень активно развивается в Актобе, и не в последнюю очередь благодаря любящим свое дело тренерам. Сегодня ушу в школе Саньгуан занимаются более 400 актюбинцев разных возрастов. При поддержке родителей, спонсоров, а также властей они приняли участие не в одном соревновании. Да и количество наград с каждым годом увеличивается. Так что в будущем наших спортсменов и в целом ушу в Актобе ожидают только радужные перспективы. К сожалению, эта программа завершает нынешний сезон ушу «Искусство побеждать». И по доброй традиции последние съемки сезона проходили на лоне весенней природы. Кроме детей, в последнем выпуске приняли участие и взрослые. Специально для старшего поколения была организована веселая эстафета. И хотя дети оказались более быстрыми, чем родители, последние превосходили в смекалке. Так что, как всегда, победила дружба. Вместе с нами вы стали более гибкими и быстрыми. Изучая приемы рукопашного боя, вы стали уверенными в себе. С нами вы повысили свой уровень акробатики. С нами вы стали сильными и смелыми. А с нами вы стали бодрыми и здоровыми. А мы с вами не прощаемся. Включайте телевизор в сентябре, смотрите нашу передачу и занимайтесь вместе с нами. Ушу искусство побеждает! Смелые, ловкие, умелые – это про нас. Школа боевых искусств Саньгуан принимает всех детей с 4 лет и старше. Все от спортивной гимнастики до боевых приемов. Занятия под руководством старшего тренера области по детям и юниорам, судьи национальной категории по ушу Таулу Вадима Сергеевича Трайзе. Индивидуальный подход к каждому ребенку. Наши воспитанники уже стали чемпионами России и Казахстана. Настало ваше время. Запись по телефону 54 48 60 и 8 775 976 63 94.